И о ситуациях на дорогах смотрите в нашей постоянной рубрике «Дорожные новости». Очередной обзор дорожно-транспортных происшествий и очередное типичное нарушение при повороте налево. Водитель черной легковушки как будто и не думал останавливаться. И сходу совершает поворот. Удар такой силы, что виновника разворачивает почти на 360 градусов. Сипайлово. Ребенок, не дождавшись, когда включится зеленый сигнал светофора, буквально несется через дорогу. В то же время по улице Жукова под желтый сигнал светофора выезжает легковушка. Бесспорно, пешеход не прав, и это грубейшее нарушение, повлекшее за собой серьезные травмы. Есть информация, что ребенок находится в тяжелом состоянии. Но сколько раз мы говорили о желтом сигнале светофора? Да и в ПДД четко прописано, что желтый является запрещающим сигналом, за исключением некоторых случаев. Первомайская, Ульяновых. Пример осложнения дорожной ситуации буквально на ровном месте. Маршрутный нефас не вписывается меж двух автомобилей. И снова Мингажево, 8 марта, но не с типичным выездом под Красной с улицы Мингажево. Здесь водители, двигаясь со стороны развлекательного комплекса «Огни Уфы», встречаются с водителем, двигающимся по улице 8 марта. При этом по улице Мингажево со стороны развлекательного комплекса расположены знаки движения налево и направо, плюс кирпич. И в вопросе проезда этого перекрестка возникают споры постоянно, поэтому в ближайшее время мы обратимся за разъяснениями к сотрудникам дорожно-патрульной службы. Губайдуллина, Злобина. Уж больно долго водитель белой Nexi решается на маневр, и окончательное решение он принимает в очень неподходящий момент. Жукова, Гагарина. Могу лишь предположить, что виновник дорожно-транспортного происшествия буквально не успел проснуться в столь ранний час и влетел в белый седан. Вот только независимо от времени суток необходимо быть предельно внимательным, ведь ты управляешь средством повышенной опасности. Кувыкина, Рабкоров. Вновь встреча водителей, завершающих проезд перекрестка, и вновь ДТП, которого можно было избежать, просто немного сбавив скорость. Проспект Октября, Шатару-Ставели. По какой причине водитель не видит стоящий на поворот автомобиль, неясно, но удар сильный, и участникам ДТП требуется медицинская помощь. Удачи на дорогах, дорогие друзья, будьте более внимательны и благоразумны, уважайте себя и остальных участников дорожного движения, соблюдайте скоростной режим. Пока!